Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник Ви». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных. Всего в исследовании ВЦИОМа участвовали 1,6 тысячи россиян 18 лет и старше. Итоги опроса господин Федоров огласил на образовательном форуме «Территория смыслов». Новая вакцина русская «Спутник Ви». Будем мы прививаться или нет? 42% говорит, да, скорее всего, а 52% – нет, не будем прививаться, сообщил глава ВЦИОМа, цитата Потас. По его мнению, большинство не хотят вакцинироваться, потому что боятся, не верят, опасаются. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Ви» разработки Центра имени Гамалея была зарегистрирована 11 августа. Массовую вакцинацию начнут проводить до завершения клинических испытаний. Она будет добровольной. Вторую вакцину разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Зарегистрировать ее планируется в октябре. Согласно результатам опросов ЦИОМ, 52% россиян не хотят прививаться от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Ви». О результатах исследования в субботу рассказал директор социологического центра Валерий Федоров. Валерий Федоров, директор ВЦИОМ, интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее, большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются. Как сообщалось ранее, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник Ви» разработан в Центре имени Гамалеи. Прививка создана на базе уже применявшейся для создания вакцин-платформы.